Arrivi, Leo. Cómprenla. Lumas. Lumas. Repara. Это приказы Ранрака. Они должны найти нечто, связанное с именами. Какими именами? И почему именно здесь? Прольется кровь. На сей раз мне не послышно. Это просто письмо. Вон, по-моему, ты вообще не старяешься. Я отомщу за твою гибель. Я смотрю, ты не считал гором на урок. Вот ты. Гоблины всегда недолюбливали волшебников, но здесь эта неприязнь приобрела новый оттенок. Хвала Мерлину, все закончилось. Похоже, мы нашли вход. Заперто. Отпирающие чары. Очень полезное заклинание. Сейчас на это нет времени, но если у вас не будет получаться, мы разучим его, когда вернемся в Хогвартс. Эти метлы наверняка были зачарованы много лет назад. Никогда не видел, чтобы заклинания держались. Добро пожаловать в башню Сан-Абакара. Здравствуйте, профессор. Вы сказали башню Сан-Абакара? Именно. С профессором Бакаром и еще одним хранителем вам только пред...
Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предположил, что мы скоро увидимся вновь. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было нелегко сюда добраться. Да, профессор. Рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал. В таком случае нам тем более нельзя терять времени. Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии. Вы уже такие видели. Теперь оно открыто. Используйте его, чтобы пройти к двери. Увы, больше я пока ничего не могу сказать. Профессор Фиг не может пойти с вами, так что мы с ним будем ждать вас в зале картографии. Запоминайте то, что видите. Нам надо выяснить, откуда сторонники Ранрака знали о башне, ранее принадлежавшей хранителю. Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания. Например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь. Да, сэр. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако будьте осторожны. Хорошо, сэр. Встретимся в зале картографии. Хранилище древней магии внизу возле входа. Ривелион. Любопытное место. О, такое же было в Гринготце и запретной секции. Ривелион. Впечатляет.
Ну и где же результат? Пожалуй, надо осмотреться. Ривелио. Опять следы древней магии. Что-то должно было измениться. Очень приятно их видеть, но на этот раз я хотя бы знаю, чего от них ждать. Арест момент. Кажется, я их уже видела. Акция.
Акция. Репара. Акция. Что нам дает этот всплеск магии? По-моему, нужно осмотреться по обе стороны арки. Акция. Когда я вхожу и выхожу из арки, комната меняется. Акция. Опять эти статуи. Вингардиум Левиаса. Не скажу, что нужно найти следы древней магии, но где же? Акция. Ривелио. Акция. Нужно найти следы древней магии, но где же? По-моему, нужно осмотреть эту арку с обеих сторон. Ривелио. Акция. Что нам дает этот всплеск магии по обе стороны арки? Что-то должно было измениться. Акция.
Акция. Нужно понять, что меняется в этой комнате, когда я вхожу и выхожу из арки. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Акция. Никогда не привыкну к такому полу. Никогда не привык.
Ареста момента. Конфликта. Экспириармус. Экспириармус. Экспириармус.